Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции. Об этом рассказали в Кремле. Российский лидер направил специальную телеграмму, в которой пожелал Макрону успехов в государственной деятельности, ну а также крепкого здоровья и благополучия. Ранее в МВД Франции сообщили, что во втором туре выборов действующий президент набрал 58,55% голосов. Добавим, что его соперницей была Марин Ле Пен, это лидер ультраправой партии «Национальное объединение».